Всем привет! Это канал Gadget X, и сегодня мы приобрели маленький пылесос Firmware AquaWeld Plus. Сейчас я покажу, что у нас тут в комплекте идет. Купили мы его за $150. В принципе, по нынешним меркам довольно дешево. Недорого. Сразу хочу отметить, что моторчик у этого пылесоса очень мощный. Проверяли на морозильник, когда включали, он очень хорошо всасывает. Так, в комплекте у нас такая штучка для мойки идет. Одна штука, контейнер с фильтром для сухой уборки. Одна штука. Потом такая щетка есть. С конским волосом для паркета. Похоже на конский. Не знаю, конский нет. Еще отвечается. Вот еще шланг есть. Для влажной уборки. Еще одна штучка для влажной уборки. Еще одна щетка. Здесь такие резиновые штучки. Похоже на оконный предмет. Силиконовый. Так, гарантийный талон. Гарантия на нее 4 года идет. Ну, вот такая штука. Тут, походу, пеногаситель или пена есть. В комплекте уже идет. Там, обращайте внимание, еще и где комплектация идет. Один оранжевый, там... Больше, да, комплект? Да, там больше комплект идет в оранжевом, а в зеленом меньше. Так, вот у нас, значит, телескопическая труба металлическая. Очень хорошо. Шланг. Два метра есть. Добротный. Даже со стекловолокном идет. Да, стекловолокно есть. Вот такое. Белое это стекло. Вот еще щеточка есть. Это цепляется куда-то. Лишний есть сам. Еще поблизи есть сюда. О, это все. Ну и основная щетка большая. Пока не буду. Добротная такая коробка. Пылесосик. Пылесос. Так, ага, оранжевый. Что ты? А мы хотели зеленый, да? Короче, чем в магазине лоханулись, и все непонятно. Мы покупали зеленый, а нам подложили оранжевый. Но нам даже лучше от этого стало, потому что тут комплектация больше, да он и лучше. Че, клево? За $150. Так, в принципе, и тот по цене такой же самый почти. Там разница небольшая, 150 рублей. Это меньше $10 получается. То есть разница, в принципе, копеечная. То есть, по сути, переплачиваешь там, получается, за одну щетку. Не страшно. Так вот у нас отверстие. Тут штучка есть. Это для влажной уборки. И сейчас мы откроем, посмотрим. Класс. Вообще, видите, все тут густо. Это контейнер для влажной уборки. Да, качество хорошее. Это не пылесосы по 150 гривен. Паршивые. Отличный пылесос. Даже $160. При нынешних обстоятельствах цены это шара. Реально
немножко хлипкого. Тут за счет это? Нету тут за счет. Ну, в принципе, я тут не рассчитываю, чтобы за нее брали, потому что ручка основная здесь. Тут все прочно. Все хорошо. Тут кнопочки управления. Три штуки. Кабель сматывать, разматывать. Так, это у нас для влажной уборки кнопка. Это включение еще. Сам пылесос еще раз. Сосет, как я уже говорил, сильно. Все, всем спасибо, пока.